Тем временем на ремонт и строительство новых дорог в ближайшие два года в рамках программы «Нурлы-Жол» из Национального фонда будет выделено порядка 300 миллиардов тенге. Об этом сегодня на брифинге в Астане рассказал первый вице-министр национальной экономики Казахстана Марат Кусаинов. Известно, что автодороги республиканского значения будут подвержены реконструкции. Это касается всех регионов. Отдельные направления и вовсе сделают платными. По примеру, автобана Астана-Щучинск, которая в первый год принесла в казну 800 миллионов тенге. Ожидается, что в следующем году к магистралям такого плана присоединят направление Алматы-Капшагай, по которому за сутки проезжает 25 тысяч авто. В целом, в планах государства перевести в разряд платных треть казахстанских трасс. Раскошелиться придется автолюбителям, которые колесят от Астаны до Темиртау, а также от Астаны до Павлодара и Усть-Каменогорска включительно. Крупные суммы на эти нужды будут освоены в период с 2015 по 2020 годы. Экономический эффект от реализации проектов будет достигнут за счет сокращения транспортных издержек в себестоимости продукции, увеличения скорости межрегиональных перевозок и, соответственно, сокращения потери времени в пути и эксплуатационных издержек пользователей дорог, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий.